рух «Здоровые города» развиваются у Европы при поддержке Сусветной организации аховы здоровья. От наступного года стартуют мероприемства у самых разных сферах жизни города и его жихаров. Сприяльное осяроддзе, харчаванне, отмова от шкодных звычек, физичная культура. Это изменение отношения человека к своему собственному здоровью. Это действительно укрепление сохранения здоровья каждого человека отдельности и вместе взятых жителей города. Додатковые гроши плануется выдаткивать, например, на организацию рационального харчавання, принамсі у навучальных установах. У школе номер 2 уже есть чем похвалиться. Здравствуйте! Здравствуйте! Тут детей харчуют выключно экологично чистой и натуральной ежей. Школа самостоятельно набывает харчи у сельских господарках и предприемствах. Я больше всего люблю есть картошку, котлету, гороховый суп с борщом. Люблю кушать макароны, шоколадку, мороженое и конфеты. Салатка и суп с огороднины, бульба с мясом и кисель – такий обед – приклад сбалансованного рациона. Однако у школе плануют пойти еще далее – организовать уласную подсобную господарку. У нас сейчас совместный проект с нашей академией. Нам будут выделены экологически чистые поля, и школа будет сама выращивать продукцию. Проект «Здоровый город» дотычится и детей, и дорослых. Харчаванне – это значный складник, але захование здоровья залежит от многих факторов, и частка из них у руках самих людей. Яким он будет? Здоровый город Горки. Вокруг будут улыбающиеся лица и здоровые наши жители города. С города Горки Илона Иванова, Денис Бутылин, «Новини регіону».